Плавание сегодня является не только одним из самых древних видов спорта, но и дисциплиной с самыми разнообразными категориями. Прыжки в воду, синхронное плавание, дайвинг. Среди всего этого перечня есть и вид, который максимально сближает человека и настоящую водную стихию. Это спортивное плавание на открытой воде. Во Владивостоке подобные соревнования проводятся ежегодно. Самым же заметным среди них является заплыв через Амурский залив, в котором самые смелые российские и иностранные пловцы преодолевают дистанцию в 12 километров. Идея такого несколько безумного испытания пришла дальневосточному клубу подводных охотников. Зимой 2013 года спортсмены завершали очередной тренировочный сезон и решили летом не засиживаться дома, а продолжать, так сказать, прокачивать свой организм. Поэтому уже 8 июня 2013 во Владивостоке состоялся первый марафонский заплыв в ластах в открытой воде через Амурский залив. Температура воды в это время была около 14 градусов. В обязательное снаряжение входили гидрокостюм, маска, трубка и ласты. Но немногие смогли бросить вызов морской стихии и собственным возможностям. Переплыть море отважились только подводные охотники и бойцы морского спецназа ТОВ. И те, и другие привыкли проводить много часов в море без выхода на берег. Из 20 участников заплыва самостоятельно тогда финишировали 11 человек. Организаторы сразу поняли, что это испытание не только уникальное, но еще чересчур сложное. Но, видимо, это только добавило интереса для участников, так как с каждым годом их количество только росло. Дистанция же спустя годы осталась неизменной – 12 километров по прямой от полуострова Песчаный до водной станции ТОВ. В частном порядке люди, те пловцы, которые сейчас к нам приходят, они тоже рассказывают, что они плавали на песчаной вот именно по этому маршруту, потому что дистанция между двумя берегами самая короткая. И чтобы переплыть залив вот между двумя точками, все выбирают вот это вот направление. И плавали, да, и даже говорили, что кто-то за 3 часа переплывал, 3:20 время. Но мы не сильно верили, думали, что это невозможно. Сейчас время, ну, показывает практика, что это возможно, и так и было раньше. То есть люди это делали и раньше, но мы об этом не знали. В этом году мероприятие не изменило своим традициям, наоборот, лишь укрепило свой постоянный регламент. Полная экипировка, например, уже окончательно стала необязательной. Помимо абсолютного зачета, организаторы предусмотрели целый ряд комплектов наград в специальных зачетах, в зависимости от используемого снаряжения, возраста и пола участников марафонского заплыва. В этот раз соревнования собрали около 120 участников. Юбилейная пятая морская гонка объединила не только пловцов из Находки, Владивостока, Уссурийска и других городов края, но и представителей из самых разных точек страны. Настрой боевой, первый раз. Ну, попробовать, доплыву, не доплыву. У нас бабушка плавает, сподвигла. Раз она плавает, значит, надо тоже подражать, так сказать. Плаваем давно, но просто как-то так не приходилось участвовать. А сейчас вот, ну, есть возможность. Среди участников оказались как новички, так и профессиональные пловцы. По роду деятельности здесь тоже полный спектр профессий. Военнослужащий, консул, моряк – все выходят на старт плечом к плечу. Нет, такой забыл в первый раз. Так-то я занимаюсь дайвингом. Бывает по часу, по два часа плаваешь, ныряешь. Ну там не плаваешь, ныряешь просто, получается. А здесь решил попробовать, я для себя попробовать. Себя преодолеть самое главное. Я думаю, получится. Офицер военно-морского флота бывший, блин, поэтому и погружались, и плавали, знаем, проходили. Есть профессиональные спортсмены, есть подводные охотники, есть военнослужащие. И приходят все больше и больше простых людей, которым просто интересно плавать в море. И им для себя, не надо никому ничего доказывать, интересно просто для себя переплыть море. На старт тяжелого пути решились выйти и представители Краевого общества инвалидов. Команда из 5 паралимпийцев не стала даже просить специальную облегченную версию заплыва, а вышла со всеми наравне. Постоянные тренировки, психологическая мотивация о том, что это интересно, это важно, это статусность и преодоление себя, в том числе, для каждого из нас. В повседневной жизни я отдыхаю, теперь уже на пенсии. Решила проверить себя на стойкость, на выносливость.
5 километров проплыла предварительный запрос. Думаю, что и 12 осилю. С прошлого года, с ноября, мы тренируемся почти ежедневно. Потому что начали принимать участие в холодовых видах плавания, в соревнованиях. А так у нас 3 раза в неделю бассейн, а остальные 3 дня – 4 море. У нас у всех, я так думаю, что появляется такая нотка в характере – настойчивость. Решительность. Вообще в повседневной жизни я чуть фотографирую, чуть плаваю, КМС по настольному теннису, то есть всего по чуть-чуть. А в этом заплыве я участвую 2 раз. В прошлом году осилила только 8 километров. В этом планирую доплыть, главное, чтобы времени хватило, так как скорость у нас не очень большая. Помимо основной дистанции, организаторы решили ввести заплыв на 1 километр для тех, кто не уверен в своих силах или хочет начать с малого. Ранним утром все зарегистрированные участники вышли в море на борту теплохода «Лотос». По пути вблизи водноспортивной станции ЦСКА был сразу дан старт гонки в 1 километр. Там 23 участника в компании 5 плавсредств-спасателей направились обратно к берегу, а остальные взяли курс к берегам полуострова Песчаного. Сам же марафонский заплыв на радость всем оказался под лучами теплого солнца. Общий гул сирен катеров МЧС России ознаменовал старт многочасовой борьбы человека и водной стихии, в которую ринулась почти 100 участников. Теплое солнце, увы, вскоре сменили сильный ветер и мощное течение. Некоторых пловцов стало сносить. Организованная группа участников буквально рассыпалась по всему заливу. Но все контролировали судно МЧС и Федерации подводного спорта. Те пловцы, которых снесло далеко от осевой линии, не видели буйки. А те, кто плыл по буям, отлично справились и приплыли первыми. Такой заплыв без предварительных тренировок и наработки техники успешно не получится завершить. Здесь важна вся совокупность навыков участника, в том числе и умение грамотно ориентироваться на маршруте. Но не все себя чувствуют как рыба в воде. Финиша не достигли 22 человека, среди которых были и профессионалы. И пока одних сдувал ветер и уносило течение, в явные лидеры неожиданно для всех отчетливо выбился всего один участник. То ли сил у него было полно, то ли уж очень хотелось выиграть главный приз в размере 30 000 рублей. Как бы то ни было, в полном одиночестве пловец буквально приполз к берегам водной станции ТОВ. Его имя еще пока никому не известно, но уже скоро оно будет греметь во всех СМИ. Молодец. Что, Леша далеко потерялся? Пояс чемпиона, который в течение года принадлежал многократной призерке первенства России по плаванию Александре Пец, ушел 31-летнему спортсмену Павлу Комарову из Владивостока. Учитель физкультуры преодолела Амурский залив впервые. Занимаюсь плаванием уже лет 25, наверное. Так и готовился. А в принципе, конкретно к этим соревнованиям никак и не готовился. Последнюю неделю вообще приболел, поэтому не совсем в форме, тяжеловато, плыл, кашлял. Конечно, плыл зигзагом, смотрел, было видно мост, больше ничего было не видно. Буйки, которые каждые 300 метров стоят, было не видно, не знаю, то есть низко, наверное, над водой. Ничего не видел и никого не видел, то есть плыл, ничего не знал, где я плыву. По иронии, все, что хотел Павел после почти 3-часового нахождения в океане, так это попить воды. Кстати, точный результат спортсмена – 2 часа 30 минут и 53 секунды. Я уже с утра вообще, не знаю, не спали, не ели, и очень хотели победить. 3 года ждали этих соревнований, может, не получалось, и вот сейчас мы очень рады. Второе место в основной дистанции занял Руслан Зуев из Владивостока, а на третьей строчке оказался победитель заплыва в 2015 году Николай Лутошкин. Но организаторы отметили не только первую тройку. Было бы несправедливо оставить без призов тех, кто в принципе решился на такое безумное приключение. Поэтому без награды не остался никто. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на 8».